На вид вроде простой ящик, но в этом ящике заключена электронагревательный ТЭН. Нагревается до определенной температуры, что позволяет скорейшей выгонке черенков, ну и корней. На дно засыпанный песок, сверху теплоотдача была, чтобы хорошая алюминиевая пластина стоит. И мох мокрый. Ну, можно с гуматом каким-нибудь сделать, чтобы скорейшая выгонка была. Да, черенки устанавливаются. И в течение 12 дней, ну, это чуть больше может быть, смотря от сорта, получается коренение очень хорошее. Это 12-13, ну, 14 дней максимум.